концом полосы уже стоит машина, у нее включены проблесковые маяки. Она вам показывает осевую линию. 490, понял. Машина с проблесковыми маячками показывает осевую линию. Другая машина подсвечивает входные знаки. Да, входные знаки подсвечивают две машины. Две машины. Вы поближе подойдете и их увидите. 490, понял. Ну и когда будете делать проход, тоже все это увидите. По давлению 10-10 гектопаскаля снижаетесь 200 метров к третьему развороту, круг полетов левый. 200 метров к третьему, круг полетов левый, Ковицкий 490. 200 метров, он сказал? Да, если ребята все на телефоне, у вас будут какие-то вопросы, мы им немедленно перезвоним, они либо отъедут, либо там еще что-то. 490, понял. Вижу вас хорошо, устойчиво. Снижаю скорость. Так, ты машины видишь? А вон они стоят. Машины вижу. Траверс. 490, наблюдаю вас хорошо. Проходите, Траверс. Машину с мигалками вижу, входные тачки тоже вижу. Все вижу. Но ты очень близко. Ты согласен. Нужно сделать поширше. А можешь выпустить вторые закрылки? Выпускаю. Сделай себе экраны поглуше. Тебе сейчас столько света не нужно. А все огни включены внешне? Все включено. Мы будем выходить напрямую, подскажу, возможно, мы без прохода сразу садиться будем, темнеет быстро. Правильно, правильно, 490, хорошо. Выход к четвертому развороту разрешаю, поставишь 290. Выполните четвертый, увидите две машины, которые вам подсвечивают входные щиты. Наблюдаем, наблюдаем. Машина наблюдаем. Вас понял, отлично. Немного левее вышли. На себя слишком низко. Скорость ниже. Закрылки полные выпускаю. Есть. 490, полоса, свободу, посадку разрешаю. Ветер встречный 2 метра. Разрешили, садимся. 490, входные знаки обозначены. Четко всего наблюдаю, 490. Вас понял. Прости. Левее. Правее. Пониже. Вот так вот. Чуть правее. Вот так. Сейчас будем ловить. Передо мной две машины сейчас. Ну сейчас кто-то из них командует, куда вам рулить? Короче, за ним. Надо, чтобы они разбежались. 490 однозначно на белой машине главный начальник, так что выполняйте его указания. Следую за белой. 490. Хорошо.
смотри слева, флажки не стукни. Ага, вижу. Так, 490, я докладываю МДП посадку вам вашу. Во сколько? В 26 минут, да? 16-26. 26 минут можете докладывать. Хорошо, понял. Вот это вот, где-нибудь найдете место, вот по поводу нашего перелета. Вот организатор нашей Белорусской Федерации авиационного спорта. Смотрите, значит, вот мы вылетели с... Москва. Нижнюю, вот у вас, да? Вот сносочку сделайте там, ну что-нибудь напишите.